А вот из-за проблем с поставкой оборудования затягивается финиш республиканской программы «Чистая вода» в селе Пажга Сыктывдинского района. Большая часть работ уже сделана. Проложен новый водопровод и пробурена скважина. Осталось установить колонки около многоквартирных домов и частного сектора. Но здесь-то у подрядчика и случилась заминка. Подробности у Виктории Палкиной. Сегодня эта колонка – единственный источник живительной влаги почти для полутысячи человек. В принципе, люди на качество воды не жалуются. Но, по словам специалистов, скважина, по которой течет жидкость в этих трубах, доживает свои последние дни. Скважину прорубили еще полвека назад, и теперь она то и дело ломается, рассказывает мастер местной котельной Владимир Горзоватов. Это при том, что от источника зависят не только местные жители, но и сельская кочегарка. А воды на всех уже не хватает. Сейчас у нее лимит 20 кубов. Больше уже никак не выдадим. Приезжали эти мастера-бурильщики, вот ее помповали, и все. Но она, говорит, вышла из строя полностью, все, выработала свой ресурс. И вот новую запустят, это у нас старая, конечно, останется как резервная. Лимит новой скважины 100 кубов в сутки. Таких запасов хватит на всех, уверены коммунальщики. Они уже смонтировали автоматический блок управления. Кстати, вода будет проходить этап доочистки. Подключат к новой водной схеме и единственный в этом микрорайоне Пажги социальный объект – врачебную амбулаторию. Сейчас находится на автономном водоснабжении. Благодаря программе республиканской государственной программе «Чистая вода» мы в этом году сможем запустить центральное водоснабжение и подключить к амбулатории ФАПу уже центральное водоснабжение. И все же больше всего реализации программы «Чистая вода» ждут жители этого сельского микрорайона. От перебоев с водой они уже устали. К тому же здесь идет активная застройка. Но из-за коммунальных проблем многие не торопятся с новосельем. Мы построили новый дом, как бы пока еще не заселились. Вот в начале лета планируем встретить новоселье. И как бы проблема водоснабжения стоит очень острой. Как бы мы очень надеемся, что к новоселью, ну хотя бы в конце лета, вода уже будет поступать в дом. На реализацию проекта в рамках программы «Чистая вода» потратили больше 3 миллионов рублей. Эти вложения здесь называют инвестициями в будущее. В этом микрорайоне планируется строительство детского сада. Место под него уже выделили и возведение жилых домов. Виктория Палкина, Дмитрий Ведерников, телеканал «Юрганс», Сыктывдинский район.